обычно с новостей. Летчики Аэрофлота не могут уйти в отпуск из-за огромного количества рейсов. Компании попросту не хватает пилотов. Проблема стала настолько острой, что ею уже занялась транспортная прокуратура. Анна Кадырова выясняла детали. Аня. Да, Таня, спасибо. Действительно, сегодня о том, что не хватает просто пилотов, заявил межрегиональный транспортный прокурор Владимир Тюльков. Летчикам не дают уйти в отпуск. И ранее заместитель Тюлькова, подводя итоги 2011 года, заявил о том, что в целом состоит безопасности полетов на территории Московского транспортного региона в 2011 году ухудшилось и выявились нарушения рабочего времени и время отдыха пилотов. Хотя летчики, которые работают в Аэрофлоте, давно говорят о том, что такая ситуация была всегда. Такая ситуация была всегда. Задолженность у всех порядка, у каждого пилота где-то не менее 100 дней составляет. Вот у меня, как бы, она в районе 50, и то я регулярно хожу в отпуск, и то у меня задолженности есть. По этим, по всем, по отпускам, по рабочему времени, по дню, по ночи, написано куча заявлений в транспортную прокуратуру и в генпрокуратуру. Ну, к сожалению, ВОЗ и ныне там. Межрос также добавил, что в Аэрофлоте полное бесправие, платят летчикам очень мало, всего 18 тысяч рублей. При этом сама компания Аэрофлот не хочет комментировать эту ситуацию. То есть я сегодня на протяжении нескольких часов пыталась связаться с пресс-секретарем Аэрофлота Ириной Дайнберг, но она говорила о том, что она занята и не может комментировать. Спасибо, Аня Никодырова. Ситуация с пилотом.